Мир всем. Сегодня 6 октября. Вот у нас в Алтайском крае такая классная погодка. Такая снежная. Настоящее бабье лето. Вот, домик красиво смотрится. Прям как на Рождество. Какие звуки. Снег под ногами хрустит. Животные все спрятались, бежали. Не все спрятались. Кто-то пасется, а кто-то сидит. Скучает. О! Пошла догонять своих. Где же мои друзья? Где мои подруги? Только пойдем посмотрим, где ее подруги. Я за ней не поспеваю. Вот они все, друзья, товарищи. Ой, ой, снег попадал. Ну, вот. Что-то все равно покушают. Травка-то вон еще есть, еще даже зеленая. Вон она. Травка. Сейчас будут пастись. Все равно этот снежок, конечно, еще растает. Ну ладно. Вот такой вам привет. Почти зимний. С полей потеряевских. До новых встреч.